Владимир Владимирович, просим от вас, как гаранта Конституции, сохранить уникальный Таманский полуостров для безопасного проживания жителей и гостей для будущих поколений. Мы против реализации проекта АТЭКа по строительству заводов для производства метанола, аммиака и карбамида во всем Темрюкском районе Черноморо-Азовской акватории. Химическое производство рядом с площадками порта Тамань по перевалке угля, серы, минеральных удобрений очень опасное. Уже сейчас люди травят с испарениями от перевалки мазута в порту. Угольная пыль летит по всей округе. Также здесь сейсмозона до 10 баллов. Часто бывают штормовые ветра и залповые ливни. Здесь наибольшее количество солнечных дней в году. Роскошные песчаные пляжи, богатое археологическое и историческое наследие. У жителей давно нет веры в группе компании АТЭКа, обещавшим развитие Таманского полуострова с 2006 года. Просим вас принять меры президентского реагирования, остановить этот безумный проект. Мы против химзавода!